Итак, в этом подкасте вы узнаете то, о чем еще никогда не слышали. Это будет просто бомба. Устраивайтесь поудобнее. Этого вы никогда, поверьте мне, никогда не слышали. Сегодня я скажу вам, кто же такой волчок на самом деле. Все будет ок, ведь с вами волчок, это на самом деле я. Это мой настоящий облик, только у меня с глазом что-то. У меня с глазом такое иногда бывает, когда я волнуюсь сильно. В общем, вы не верили, что я на самом... Говорили, что я человек, а на самом деле вышло совершенно наоборот. Пожалуйста, не падайте только со стула, я вас прошу. Мне так будет очень стыдно за вас, что вы не знали этого и сразу падаете со стула. Чтобы не сглазить. В общем, я на самом деле такой. И вы больше никогда не увидите моего лица. Все, мне не хочется показывать свое лицо, потому что я не показываю никому свое лицо. Да, в общем, вот так вот. И еще парочку таких вещей. Не спрашивайте меня, почему я не выкладываю свое лицо. Вот, все, вот оправдание. Хоть я и знаю, что я красавец, но все же. А теперь главная цель подкаста. Я хочу рассказать вам о планах насчет канала. У нас скоро 2000 подписчиков, у меня точнее. Ну вот. И в общем, я планирую многое сделать, нововведения всякие там. Первое, что я хочу сделать, это сделать новогоднюю серию фильмов «Нав. Начало кошмаров». Не буду спойлерить, все вы узнаете сами. А также такие игры, как Cuphead, Redeemer, Inside, Outlast. Это все у нас будет. Просто не волнуйтесь, все будет, пацаны. Все будет, воу-воу, полегче, все будет. Да, я немного сонный, потому что у нас сейчас полночь, и я видео это записываю. Мне завтра еще идти кое-куда. Я не буду говорить куда, это тайна. В общем, все, наш подкаст закончен, мы узнали все самое главное. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на мой канал. С вами был Волчок, и помните, все будет ок.